Яркие краски, пестрые цветы и солнышко можно наблюдать практически в каждом рисунке. Глядя на эти работы маленьких художников, даже не возникает вопроса о том, почему авторы выставки дали ей название «Я рисую счастье». Маленький Баграт с детства не слышит и не разговаривает. После сложной операции слух ребенка понемногу восстанавливается. Однако говорить мальчику пока тяжело. Мама Баграта признается, что рисование – любимое занятие сына. В детском реабилитационном центре им оказывают квалифицированную помощь. Там с ним занимаются логопеды, массажисты, в арт-терапии он занимается. С ним занимается очень хороший педагог-дефектолог, который помогает ему. То есть в Абхазии я не знаю альтернативного заведения, которое может так помочь ребенку. Реабилитационный центр был открыт в Сухуми в 2015 году за счет средств, направляемых из России в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Центр оснащен самым современным оборудованием. За два года существования реабилитацию прошли более 500 детей. Директор центра рассказал о том, что, несмотря на все сложности, дети вложили в свои работы душу. В прошлом году у нас была такая же выставка. На выставке представлены работы наших детей с ограниченными возможностями. И хотелось бы подчеркнуть, почему мы делали эту выставку, потому что нашим детишкам, так сказать, трудно рисовать. И вот они, несмотря на все это, вот это все рисовали, лепили, клеили, все делали. И большое им за это спасибо. Мероприятие приурочено к 2-летнему юбилею образования Центра для детей с ограниченными возможностями и организовано при финансовой поддержке сотовой компании «Аквафон», которая по традиции является бессменным спонсором подобных мероприятий. Ощущение того, что у этих детей будет все так же, как у их обычных сверстников. Но они для нас особенные, поэтому «Аквафон» каждый год рядом с этим мероприятием, и не только с этим, касаемо Центра. Мы рады быть рядом с этими мероприятиями. Мы благодарны фонду, благодарны реабилитационному центру, что выбирают именно нас для того, чтобы поддержать эти инициативы. Мы поздравляем всех с этим событием. Оно для нас традиционное. Многих мам мы знаем в лицо и педагогов знаем в лицо. Это очень приятное, теплое, уже почти семейное мероприятие. Выставка «Я рисую счастье» призвана привлечь внимание общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями, показать их талант и потенциал, дать особенным детям возможность на успешную интеграцию в полноценную жизнь. Наала Кови, Саида Гухава, Абхазское телевидение.